Привет, друзья! Снова мы приехали на Масловые горы брать реванш. Заехали мы с обратной стороны, потому что были дожди. Вот. Сейчас приедем на воду, посмотрим, что будет клевать. Мать, а. За траву или за куст? Да за куст или все. Что, кидаем? Давай. Ну что, погнали. Да, сегодня ветер передавали до 10 метров. Да, сегодня против ветра не так комфортно, как в прошлый раз кидали. Практически вообще не летит. Странный перехлёст. А? Странный перехлёст. Такой шторм, да, дует нормальный? А? Нормальный шторм такой, да, в спину? Ну да. Надо, наверное, подойти всё-таки туда, где поменьше волна. Что-то вообще прям... Разгоняется она как раз отсюда. Ну, тут он еще не сильно она разгоняется. Вот на Катово мы были. Что, пойдем? В раз, там вообще жесть. А? Ну, нормальная щучка. Киложка, полторашка. Не, чуть-чуть, когда еще дождь идет. Но если бы при таком ветре еще и дождь был бы, то я думаю, что я бы уже дома был. Штиль даже, можно так сказать, да? Да, да. Легкий штиль. Небольшие волнения. Да, но у меня сопли начнут лететь просто в разные стороны от ветра. Терпим. Не, это пиздос. А?
погода, улет, ветер северный, холодный. Едем домой, ладно, на реванш мы еще придем. Все, всем пока.